Уважаемые коллеги, добрый день. Мы продолжаем серию вебинаров, посвященных клиническим исследованиям, и вещаем из НИЦ онкологии Петрова. Сегодня мы взяли одну из самых актуальных тем в мире клинических исследований – это обеспечение дистанционного доступа к первичной медицинской документации во время пандемии. И не мудрено, что эта тема такая актуальная, потому что вроде как все уже адаптировались к коронавирусу, исследовательские центры набирают все больше и больше пациентов, но не могут обеспечить визиты мониторов к себе в центр. И возникает потребность в валидации данных. Как их можно сделать? Как это можно обеспечить, чтобы соблюдать все необходимые нормативные требования? У нас сегодня самые представительные эксперты. Это постоянные наши участники вебинаров. И еще и новые приглашенные, которых вы еще никогда не слышали. И это будет интересно, что они думают по этому поводу. У нас очень интересная программа. У кого была возможность ознакомиться, это хорошо. Того не было. Сейчас, пожалуйста, не отходите от экранов, слушайте дальше. У нас первый докладчик Колумчаков Максим Игоревич. Максим, вы на связи? Вот, Артем Николаевич и я, мы немножко проанализировали ситуацию по коронавирусу. Артем Николаевич, большое спасибо за те мысли, которые предоставили мне. У меня небольшая презентация. Как раз вот хотел с вами поделиться мыслями, почему вообще возникли ограничения в мониторинге, чем они обусловлены и вообще какие кейсы, случаи в нашей практике бывали. Да? Я представляю компанию OCT, мы являемся контрактной сельской организацией, организуем клинические исследования по всей России и в том числе и в Европе. Так. Надеюсь, видно мою презентацию. Итак, первый слайд – это предпосылки для тех ограничительных мер, которые вводились в части мониторинга. В первую очередь у нас есть нормативные требования, постановление Роспотребнадзора, постановление правительства по ограничению, так скажем, передвижения людей, да, по противопид-режиму, постановление руководителей субъектов Российской Федерации, в том числе постановление губернатора, например, Санкт-Петербурга, различные приказы Министерства здравоохранения. Все эти документы в совокупности — это большой, на самом деле, объем документации, которую необходимо соблюдать, и она постоянно меняется, постоянно приходят новые какие-то приказы, которые юридические службы организации должны своевременно отслеживать, чтобы не возникало каких-то существенных проблем. То, что вот мы с Артем Николаевичем обсуждали, как раз есть определенные внутренние факторы, которые влияют на ограничения в исследовательских центрах, на прием мониторов. Ну, в первую очередь мы хотели сказать, что размер центра, возможность реагировать на какие-то события, регуляторные события, на коронавирусную инфекцию, да, это один из, наверное, главнейших определяющих факторов. Потому что если бы большая бюджетная распределенная организация с мощной бюрократической системой, то, соответственно, реагировать своевременно, быстро, да, на какие-то вещи вам будет несколько сложнее. Второй момент, который касается ресурсов организации, в частности, помещений, которые вы могли бы выделить для мониторинга. Мы знаем, что многие организации в нашей практике встречаются, выделяют отдельные сейчас этажи, помещения, какие-то корпуса, переводят мониторинг в отдельные здания, чтобы они, мониторы, да, не пересекались с потоком основных пациентов, врачей. Да, потому что это всегда выделенное помещение, это здорово. Третий момент, который очень важен, это загруженность больниц, медицинских учреждений, реальной медицинской деятельностью, которая ведется вне клинических исследований, а также непосредственно исследовательской деятельности. Да, мы прекрасно понимаем, то, что в рамках коронавирусных ограничений, в рамках, вот, не, так скажем, малорегулируемого потока пациентов, которые то есть, то нету, в связи с какими-то ограничениями на передвижение и доступом пациентов в медицинские учреждения, возникают, конечно, неспрогнозируемые скачки, когда пациенты наплывом прибегают в центры, да, просто получить медицинскую помощь, а в другой момент их нет. Это все влияет на возможность, в том числе, принять мониторов. Направление деятельности. Конечно, тут нужно понимать, что хирургический стационар и амбулатория, да, там на, условно, там на три кабинета, это совершенно разные клиники, которые, соответственно, имеют совершенно разные риски. Да? Один пациент амбулаторный с коронавирусом не представляет такой большой опасности, как один
стационарный пациент в условиях там, отделения, отделения реанимации, да, это же совершенно разные риски. Нозология клинического исследования, которое в данном конкретном случае проводится, и возможности для, опять же, да, амбулаторного, стационарного приема пациентов, соответственно, необходимости присутствия мониторов, там, к примеру, на первых фазах, на дозинге при биэквивалентности и тому подобное. Это тоже все приносит свои ограничения, коррективы. Поток пациентов в день, да, мы должны понимать, что если поток пациентов огромный, то центрам будет сложнее принимать мониторов еще в параллели с основной исследовательской деятельностью, к примеру. То, что, вот, Артем Николаевич, спасибо за эту мысль, и хотелось бы донести до наших коллег, то, что иммунологический статус пациентов, участников клинического исследования и тех, кто наблюдается в стационарах, в медучреждениях, он определяет, потому что пациенты, к примеру, онкологические, которые получают иммуносупрессивную терапию, находятся в зоне риска по любой инфекции, в том числе по коронавирусу, да, и мы предполагаем, что у таких пациентов течение коронавирусной инфекции будет более тяжелым. Ну, естественно, также нужно понимать, что на многие пациенты, особенно стационарные, особенно это касается тяжелых пациентов, тех, кто нуждается в постоянном уходе, это, соответственно, третьи лица учреждений, которые малоконтролируемые. Да? Опять же, это тоже может внести какие-то ограничения на доступность для мониторов этих зависимых центров. Немножко про те кейсы и случаи, которые у нас непосредственно были в нашей организации. Условно можно их разделить на две такие глобальные группы: внутренние причины организации, да, по которым мониторинги были перенесены либо отменены в целом, и внешние причины. Для внутренних причин здесь все довольно очевидно. Я думаю, большинство организаций с ними сталкивалось. Это в случае коронавируса у пациентов, лечащихся в данном учреждении, это в случае коронавируса у исследователей, это перепрофилирование стационаров, учреждений, это различного рода казуистические случаи в виде карантинов кафедр, которые проводят клиническое исследование, но проводят их на базе какого-то учреждения. И в нашей практике было так, что кафедра, да, которая, казалось бы, находится в совершенно другом месте, ее сотрудники имели один случай коронавируса, все были в итоге под карантином, и они просто не могли физически ездить в больницу, да, на клиническую базу. Различного рода запреты для тех лиц, которые сейчас находятся в возрастной группе старше 65 лет, да, и их передвижение и, так сказать, очная работа в медучреждениях ограничена, может быть. Такие случаи в нашей практике были. В случае, когда приказом по учреждению запрещается доступ третьих лиц на территорию учреждения, таких случаев, наверное, большинство. И также внутренние приказы по учреждению на доступ, опять же, третьих лиц, в том числе мониторов, в учреждение только при наличии отрицательного теста ПЦР. Это, наверное, большая часть, да, наших случаев. Есть также такие казуистические вещи, как внешние причины здесь указаны. Да, это вообще, в принципе, запрет был на передвижение в некоторых регионах. Это вот у нас был казуистический случай, когда у нас монитору в последний день отказали в заселении в Ростове-на-Дону. Он просто не смог даже выделить туда накануне командировки. Требования по самоизоляции двухнедельной, вы понимаете, да, то, что монитор, который должен сделать там за две недели 4-5 визитов, просто не может, да, находиться на самоизоляции по прилету в какой-то регион. Это, конечно, была проблема. Другие случаи, конечно, тоже были представлены какие-то тоже довольно странные ситуации, когда вообще в целое учреждение было перепрофилировано, был один этаж, в который допускались третьи лица в условиях, в общем-то, больницы, которая принимала коронавирусных больных, и мониторы приезжали на этот этаж единственный и работали там. То есть вариантов ограничений очень много, они, как вы видите, они не напрямую не связаны, да, с теми вот
постановлениями, приказами Министерства здравоохранения, приказами там, руководителя субъектов Российской Федерации. Вот это все больше обусловлено как раз трактовкой тех ситуаций, тех нормативов и реагированием на непосредственные ситуации, которые складываются в исследовательских центрах. Вот, в принципе, все, что я хотел вам рассказать. Это как такое маленькое вступление для последующих спикеров. Большое спасибо. Спасибо. Но это на самом деле очень серьезная и важная информация. Почему? Потому что ежедневно к нам в отдел организации клинических исследований обращаются мониторы и представители фармкомпании с вопросом, а есть ли какой-то документ, подтверждающий запрет визитов мониторов, например, в центр. И когда им присылается какой-то документ, например, регламентирующий карантинные меры, внесенные, они вот иногда настаивают, чтобы именно фигурировал там, какой-то конкретный... Ну, специальность, которую нельзя пускать, в частности, монитор там, или аудитор. Мы, конечно, очень так улыбаемся этому всему, потому что, в общем, монитор — это не отдельная какая-то часть социума. Да? Если идут ограничения визитов в учреждение, то, наверное, это накладывается на всех. Вот, поэтому ваша информация очень интересна. Интересно, что действительно каждый трактует по-своему. И, наверное, поэтому для представителей фармкомпании очень сложно понять, почему кто-то запрещает, а кто-то разрешает. А все-таки, вот, если так проанализировать, самое... кто все-таки разрешает точно визитовать, несмотря ни на что, а кто вот запрещает наиболее осторожно? Максим, как вам кажется? Наиболее осторожными являются крупные федеральные учреждения, государственные учреждения, потому что надзор за ними, вы сами понимаете, внимание к таким учреждениям повышенное всегда, потому что там большой поток пациентов. Маленькие клиники на нашей практике почти в большинстве своем принимают мониторов без проблем. Да, выделяют какое-то отдельное помещение, там стандартные мероприятия, это средства индивидуальной защиты, без контакта с пациентами. Вот. Проблем нету. Да? Проблемы начинаются там, где есть существенный надзор со стороны государства и внутренних спецслужб. Там могут быть ограничения. Сейчас, да, в начале всей этой эпидемии, там еще с весны, многие западные фармкомпании в нашем конкретном случае директивно отказывались от очного мониторинга, то есть проспективно. То есть не потому, что центры запрещали, а потому что политика, допустим, европейских клиентов была такая, что вот мы сейчас не ездим. Большинство наших клиентов, если мы говорим даже не обязательно про мониторинг, а даже мы говорим про бизнес-коммуникацию в фарминдустрии, что все стараются переводить в режим удаленного, да, квалификации. Даже коллеги там из Москвы не приезжают в Петербург. Да, то за весь там период, начиная с марта, мы приняли там 1-2 только очных визита. Все остальные визиты были удаленные, да, все режим телеконференции. В принципе, это тренд, видимо, он будет сохраняться, пока вся эта коронавирусная история не разрешится. Спасибо, Максим. Нам надо двигаться дальше. Да, у нас в следующей программе Мария Анатольевна Зайцева. Да, Мария Анатольевна, расскажите, все-таки есть ли какая-то надежда во всем этом коронавирусном хаосе, какого-то порядка, и как это можно сделать? Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за возможность принять участие в вашей конференции. Я Мария Зайцева. Я являюсь в настоящий момент директором по качеству компании Кромос Фарма, кандидат медицинских наук. Кроме этого, имею 20-летний опыт работы в области клинических исследований, большой аудиторский опыт. Ну и также вторая ипостась моей деятельности профессиональной – это национальный инспектор в области надлежащей лабораторной практики в Российской Федерации. Да, коллеги, спасибо большое, Максим. Замечательная презентация. Спасибо большое, Артем, за такой хороший вопрос. Да, наверное, коллеги, я бы сказала, что и у меня была возможность за этот период времени, наверное, два раза сделать очный аудит, и большей частью у нас были аудиты такие дистанционные, и у меня есть опыт уже даже совершения такого дистанционного аудита, с чем бы я хотела, может быть, в будущих вебинарах также поделиться с вами, коллеги. А если говорить в целом, когда началась вот такая история с ограничением движения, с ограничением всего, многие из наших коллег сказали: о, так наступило время, можно
может быть, для того, чтобы внедрить то, о чем так давно говорили большевики. Говорили о мониторинге, основанном на рисках, говорили о risk-based мониторинге, да, говорили о такой возможности технологии проведения мониторингов, когда не каждый центр нужно мониторировать, когда есть возможность реализовать удаленные визиты, удаленные активности. Коллеги, хочу напомнить, я думаю, что на все наше сообщество знает, но тем не менее, risk-based мониторинг, мониторинг, который основан как раз на оценке рисков, на количественной оценке рисков. И в конечном итоге, вот мне очень нравится такая вот презентация, слайд, схему, которую предоставляет очень хорошо компания StatenDocs, компания Александр Солодовников, которая последовательность такую хорошо представляет в отношении организации risk-based мониторинга. Действительно, давайте оценим риски, давайте выявим критические данные, какие-то критичные процессы, сделаем оценку трендов, оценку данных, валидности данных в целом, посмотрим на предыдущие исследования, то есть так, отразим это все в плане мониторинга и определимся, будем ли мы удаленно мониторировать, используя различные технологии, электронные, компьютеризированные технологии, статистические подходы, или мы все-таки будем делать какой-то дифференцированный подход к выездному мониторингу. Поэтому в плане мониторинга многие спонсоры стали определять разные риски, оценивать их, проводить статистические характеристики, создавать списки критических параметров, реализовывать, иначе говоря, risk-based мониторинг. Ну, а дальше, конечно, ведь реализация этого мониторинга рецентрализованной является возможность посещения тех или иных центров, дифференцированный подход. Для этого центра мы будем делать выездной мониторинг, для этого мы будем только делать удаленный визит, для этого будем оценивать какие-то тренды и прочее. Что здесь хотелось бы сказать, коллеги, да, мы все пошли к этому, но выездного мониторинга не было. И осуществить мониторинг выездной, как сказал Максим, не представилось возможным. Как это сделать? Есть ограничения, никого не пускают или что-то еще. И тогда многие компании сказали, окей, как раз время для того, чтобы сейчас определить и разрабатывать удаленные визиты, технологии удаленных визитов. Но как быть уверенным в том, что удаленный визит позволит нам сделать то, что требуется в ходе мониторинга, коллеги, то, в общем, ради чего мониторинг делается, ради верификации первичных данных. Можем ли мы с помощью удаленных визитов получить и верифицировать в 100% случаев первичные данные? И, конечно, появились разные платформы, разные подходы, различные, что называется, здесь интересы конференции и прочее. И видя реализацию, попытки реализации в разных странах, как руководитель отдела качества Кромос Фарма, не только в наш, на территории РФ, я хочу сказать, что, может быть, первичный такой восторг, который в хорошем смысле, коллеги, восторг, который сопровождал реализацию такого подхода, и он несколько поутих, потому что появились определенные ограничения. Ну и не только ограничения, но и в плане даже реализации появились ошибки, и стопроцентная верификация, и качество этой верификации оставляет желать лучшего. Конечно, если в целом сравнить то, что было до пандемии, до того, как мы проводили risk-based мониторинг с удаленными визитами, и то, как мы делали risk-based мониторинг все-таки с очными визитами, хочу сказать, что удаленные визиты не дают того успеха, не дают такого качества верификации, не дают такого качества работы, не дают такой степени уверенности, уверенности наших валидных, валидности, качественности предоставляемых данных. Поэтому, говоря об уравнении, вот уравнение такое мы составили, risk-based мониторинг, удаленные визиты и плюс X. Что же у нас X? Что же нам мешает в данном случае говорить о 100% верификации? Коллеги, да, вы уже сказали, вопрос первичности, вопрос первичных данных. Можем ли мы эти данные предоставить? Можем ли эти данные получить? Не нарушаем ли мы здесь какие-то законы, не нарушаем ли мы нормативные документы, не нарушаем ли мы чьи-то права? И в целом, анализируя такой опыт с удаленной верификацией, с предоставлением, так или иначе, в каждом государстве есть свои особенности, но вот в России, я бы хотела выделить определенные причины, которые как раз и, наверное, нужны нам для того, чтобы их обозначить, проговорить вместе с юристами, найти какой-то подход для решения, для реализации, для выхода из сложившейся ситуации. Вот такой risk-based мониторинг с удаленными визитами и с удаленной верификацией, это, конечно, большая нагрузка на исследовательский центр, коллеги, потому что необходимо заслеплять первичный документ. Как ее заслеплять? Качество заслепления – это большой вопрос. Если тот, кто проверит возможность такого заслепления, не получается ли, что заслепляя документацию, мы заслепляем ее настолько, что никто вообще не может потом идентифицировать, к какому субъекту исследования она имеет отношение. Либо возникают проблемы с заслеплением при предоставлении первичной документации, потому что все-таки это создается возможность идентифицировать субъекты исследования. Обладает ли центр вообще такими техническими возможностями для того, чтобы предоставить удаленно
доступ к первичной документации, есть ли у него вообще разрешение для этого, не нарушаем ли мы здесь закон о защите персональных данных, коллеги. Потом вопрос видеоконференции, телеконференции. Некоторые центры стали просто показывать через Zoom, через Skype, через WhatsApp. Давайте мы вам покажем форму информированного согласия. С какими-то центрами стали это обсуждать. Коллеги, но ведь и Skype, и Zoom не являются сертифицированным решением. Можем ли мы предоставлять данные наших российских граждан через вот такие технические, что называется, решения или технические системы? Давайте попробуем хранить первичную документацию где-то на сервере. Где находит этот сервер, коллеги? Опять же, в отношении 152 закона, я думаю, там нам коллеги из юридической службы поправят нас. Вопрос безопасности. Кто имеет туда доступ? А безопасно ли действительно хранение? Возможно ли получить какие-то документы, а то взять их, может быть, и распространить, и использовать в своих целях? Много вопросов возникло к разным техническим платформам, которые попытались эти решения предоставить так или иначе. И, конечно, о чем уже тоже говорили коллеги вы, говорил Максим, и говорил, будут еще будущие коллеги говорить, для того, чтобы нам вот ликвидировать этот X и выполнить 100% верификацию данных, то техническое решение, которое мы предлагаем для верификации, для предоставления первичных данных, конечно, должно быть одобрено со стороны независимого этического комитета. Должно быть включено, возможно, в договорные отношения, в контракты с центрами. Для этого должно быть получено согласие субъектов. То есть документы, эссенциальные документы, информированное согласие, протокол исследования, возможно, дневники, опросники, все, что предоставляется субъекту, должно пройти большой круг, должно пройти одобрение от регуляторных органов. И поэтому сегодня я не вижу пока какого-то, знаете, универсального здесь решения. Наверное, скажем так, что каждый центр или каждая, может быть, каждый центр в субъекте определенном Российской Федерации имеет какое-то свое решение. Может быть, в каждой стране еще конкретно, исходя из нормативных документов, может быть, опять же, своя история и свое решение. На какой центр? Нагрузка, количество персонала, сложность проекта, ковидная, извините, не ковидная зона, красная, зеленая зона. Как с этим обойтись? То есть здесь вопросов на самом деле очень много. И для того, чтобы мы могли бы сказать, да, мы реализуем risk-based мониторинг, да, мы проводим удаленные визиты, но а то, что нам нужно сделать для верификации данных, мы решаем с помощью вот такого алгоритма, который находится в соответствии с юридическими вопросами, с этическими вопросами, в соответствии с требованиями, лежащими клинической практике. Пока это, коллеги, вопрос для обсуждения. Я надеюсь, что сегодня мы попытаемся найти ответ на этот вопрос или подойдем к нему. Спасибо. Спасибо, Мария. А вот все-таки, если такой сложный вопрос, знаете, есть же как теория принятия решений, как это, если сложное решение, так и не принимать ничего. А как вам кажется, если полгода, например, ну и не будет никаких мониторинговых визитов, это как-то, ну, потом можно будет как-то восполнить, или это, ну, нереальный какой-то урон всему проведению клинических исследований, или это, в общем-то, такая история, которую можно как-то потом наверстать? Спасибо большое за вопрос, Максим. Но, вы знаете, конечно, здесь ведь вопрос, ответ, наверное, зависит от того, полгода не будет для какого центра, для какого исследования. Если мониторный визит и так предполагался, может быть, раз в несколько месяцев, исходя из сложности проекта, наверное, для такого центра это не будет существенным уроном. Но а если мониторный визит должен был происходить, но его вообще как такового нет, удаленный мониторинг не дает такой эффективности, я считаю, коллеги, что это будет достаточным уроном. Уже проведя несколько аудитов, в том числе удаленных, и даже, коллеги, очно, хочу сказать, была такая возможность, очный аудит, имея возможность сравнить результаты без реального мониторинга, без онсайт-мониторинга. И когда есть все-таки онсайт-мониторинг, хочу сказать, что пока сравнение не в пользу реализации процесса risk-based мониторинга с удаленным мониторингом. Все-таки очный мониторинг пока в приоритете. Поэтому нам нужно подумать о том, как достичь аналогичного качества или хотя бы приблизиться к нему. Ну, а возможности вообще полной замены, ну, здесь вот у нас ни один регуляторный орган пока на эту точку зрения не встал. И FDA, EMA, и даже наш регуляторный орган российский, все говорят о том, что несмотря на применение удаленных технологий, удаленных аудитов, обязательным все равно является проведение мониторного визита или мониторного аудита онсайт. Все равно эта активность должна быть в конце исследования. Мы не можем полностью пока положиться на удаленные активности. А как вам кажется, ну, мы когда адаптировались к пандемии, пересматривали частоту визитов участников исследований и совместно со спонсорами придумывали какие-то схемы, когда там можно было растягивать, например, сроки между визитами или сокращать сам по себе визит. Но мы проводили какую-то адаптацию. А со стороны заказчиков, спонсоров вообще проводится такая работа, чтобы сделать реже эти визиты? То есть есть вообще такая возможность или нет?
Визиты со стороны пациентов имеете в виду? Нет, со стороны пациентов это вроде как работа центров, имеется в виду визиты мониторов в центр, да, то есть возможность, если, допустим, изначально по плану был там ежемесячный визит, например, да, можем ли мы рассчитывать на то, что компания пересмотрит такую частоту в сторону урежения визитов? Я думаю, что у каждой компании есть приоритет. Главное – это здоровье персонала, здоровье сотрудников. Потом, исходя из этого, возможно, и пересмотр кратности визитов, возможно, и пересмотр длительности визитов. Может быть, эти визиты будут реже, но будут иметь более длительный характер для того, чтобы можно было провести верификацию и не подвергаться опасности транспортированию там несколько раз где-то летать на самолетах или поездах. Возможно, и такой будет подход тоже реализован. Но я хочу сказать, что и спонсоры компании Серо думают об этом, и безопасность персонала, она является очень важной. Спасибо, Мария. Большое, Мария Анатольевна, спасибо огромное. Да, нам надо двигаться дальше. Вы всегда так очень интересно рассказываете, что можно прям слушать и продолжать. Но спасибо. У нас на связи еще есть практикующий доктор, главный исследователь и, собственно говоря, человек, который в красной зоне побывал и где только не побывал. Да? И интересно теперь понять разницу между теорией и практикой. Алина Сергеевна, расскажите, пожалуйста, как вообще обстоят дела в действительности в плане визитов мониторов во время пандемии, допустим, в вашем учреждении? Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Агафья Алина Сергеевна, заведующая отделом клинисследований городской больницы номер 40. Значит, мы являемся достаточно большим тысячекоечным стационаром. Сейчас с учетом ковид к нашим базовым тысячекойкам еще присоединены 600 коек на базе пансионата «Заря», предназначенных для лечения ковид. Я демонстрацию экрана тогда я запускаю, правильно? Да. Совместное использование, правильно? Мы все видим, да, все верно. Вы видите, но я почему-то нажимаю у себя F5. Так. F5. У меня почему-то не идет. На показ слайдов. Можно на показ слайдов нажать, там как раз вот окошко выше. Нет, вот туда. Вон, да. Ага, показ слайдов. Сначала. Вот. Да, отлично. Все замечательно. Просто я обычно привыкла. F5. За период эпидемии COVID, вот если мы уже будем говорить о нашем опыте в плане ковидных исследований, было включено там под 400 уже пациентов на сегодняшний момент. При этом работа не останавливалась и в других проектах, в других направлениях. В настоящее время мы практически возобновили наборы по 90% исследований, остановленных ранее. И, наверное, за последние пару месяцев было включено порядка 70 человек в другие исследования. Мониторинговые визиты у нас практически никогда не останавливались. Они продолжали идти. Был только небольшой период, когда ряд мониторинговых компаний не приезжали, опять же, беспокоясь о безопасности своих сотрудников. В настоящий момент вот у меня в центре сидят два монитора. Действительно, с учетом того, что мы все контактные, мы стараемся минимизировать свои контакты с сотрудниками спонсора и компании, потому что мы их сразу предупреждаем, что, коллеги, вот вам кабинет, вот вам файлы, все лежит, пожалуйста, работайте. С нами контакты минимальные. Это, наверное, единственное, что мы можем сделать, чтобы как-то максимально защитить их от нас. Сейчас я расскажу обо всех видах дистанционных визитов, с которыми нам удалось столкнуться. После Марии Анатольевны крайне сложно рассказывать, потому что все риски, все удобства и неудобства были уже озвучены. Я, наверное, мне остается только немножко повториться. Вот, на что хотелось бы обратить внимание, что, конечно, у мониторинга, согласно с нашими нормативными документами, GCP есть свои цели. Но помимо этих целей, условия пандемии вносят свои коррективы. И помимо основных целей, классический мониторинг, он все-таки должен быть экологичным, максимально ресурсосберегающим. Мы должны беречь ресурсы и докторов, и мониторов, потому что эпидемия – это время недостатка ресурсов.
Особенно именно временных и человеческих. Это самая большая проблема. То, что мы обсуждаем, то, что заболевают внезапно, на карантине люди тоже оказываются буквально в течение одного дня. Вот с понедельника, допустим, у меня уже -2 сотрудника. Потому что мы всегда должны об этом помнить и думать. Ну и безопасность я имела в виду именно соответствие нашему локальному законодательству, потому что все-таки 152 ФЗ, закон о защите персональных данных, накладывает на нас очень много ответственности, и по большому счету он строже, чем многие другие документы. Вот то, с чем мы столкнулись. Ну, это, как говорилось, видеосвязь по телефону с использованием различных мессенджеров, начиная от WhatsApp, заканчивая Zoom. Мы обычно заканчивали это все WhatsApp, с него и начинали. Замечательно, что многие компании, предоставляющие платформы CRF-ов, быстро откликнулись на ситуацию и сделали такой портал для загрузки первичной документации, как пример, это DM-365, но туда подгружается, естественно, заслепленная документация. Также у нас были предложения работать с другими платформами, которые никак не связаны ни с каким РК. Ну и еще один механизм – это удаленный доступ к документам, либо с заслеплением, либо без. То есть это либо папка на компьютере исследователя через приложение Cisco WebEx. Вот мы сейчас собираемся освоить данную методику. Мы еще не пробовали ее, скажу сразу. И к локальному облачному пространству, которое для себя мы нашли оптимальным. Ну вот что касается видеосвязи. Да, действительно, по видеосвязи, несмотря на то, что по безопасности мы не можем сказать, можем, не можем, является ли это сертифицированным и вообще защищенным ли каналом связи, но мы можем достигнуть цели. Мы увидим информированное согласие, да, то есть мы поймем, что хотя бы этот пациент подписал, и он дал согласие, и его права не нарушены. Мы видим, что эти документы принадлежат именно этому пациенту, а не неизвестно кому. В плане экологичности. Это самый неэкологичный способ. Я разговаривала с мониторами, которые активно практикуют такой вид удаленных визитов. Все жалуются, говорят, максимум час-полтора, после этого болят глаза, мы не разбираем уже ничего, экран трясется, работать так невозможно, и мы полностью выключаем одного сотрудника, который там не ответить на телефонный звонок не может, ни пациента принять, и вообще ничего, он тут только сидит и своим телефоном показывает документы. То есть самый неудобный способ. Ну, касательно безопасности, я не юрист, поэтому мне кажется, что это достаточно безопасно, но кто его знает. Я думаю, мы тут слышим юристов. Значит, портал интегрированный с ИРК. Все те порталы, куда мы выкладываем заслепленную первичную документацию, я вообще не представляю, как это все может использоваться. Как это все можно сказать, что как можно все это верифицировать? Как можно верифицировать заслепленное информированное согласие, как можно верифицировать заслепленные анализы, действительно уровень заслепления, слепим мы только фамилию, имя, отчество, слепим ли мы дату рождения. В анализах, допустим, обычно всегда есть адрес прописки, наверное, это тоже надо слепить, и как сделать так, чтобы это нигде никак не проскочило, и мы бы нечаянно не выложили незаслепленный вариант, а еще хуже того, чтобы мы бы не переслепили ровно настолько, что потом незаслепленного не оказалось у нас уже у самих. Поверьте, это сделать элементарно. А если мы говорим про исследование ковидных, листы назначения похожи друг на друга, как братья-близнецы. Люди зачастую попадают в больницы семьями. Мало того, что семьями, мы их и включаем в исследование семьями, там на противовирусную терапию, и потом они зачастую идут один друг за другом, муж с женой. И если мы еще начнем слепить при одинаковой фамилии,
при одинаковом адресе, там только различие будет с датой рождения. Поверьте, в том режиме, в котором мы все работаем, ошибки, они неизбежны. Более того, что я на себе испытала, когда попросила свое время, находясь в отпуске, прислать мне заслепленные листы назначения, сказала, сейчас у меня тут есть времечко, я вам помогу, я их всех введу. После того, когда я их все дома распечатала, эти заслепленные листы назначения, через 15 минут после того, как отвлеклась, я вообще не поняла, что кому принадлежит. Да, после этого сказала, нет, все, пожалуйста, пришлите мне с фамилией, потому что работать, поверьте, вероятность ошибки, она повышается в разы. Касательно экологичности, конечно, это лучше и проще, чем находиться непрерывно на видеосвязи, но требует определенных усилий от команды, это и слепление, и сканирование, и пересканирование. Это все техника, и всегда надо глазками следить, все ли листы попали в сканер, и не пошло ли 2-3 листа. Вроде бы такие банальные вещи, но они отнимают самый главный ресурс, они отнимают время. Ну, касательно безопасности, когда мы выложили все заслепленное, правильное, непонятно что, я вообще считаю, это максимальная безопасность. Безопасно, потому что вообще что, кого, кому и попробуют. Тут монитор с исследователем вскоре не идентифицирует, а что уж говорить про других людей. Ну вот те предлагаемые порталы, которые вообще не связаны с РК, у меня не с ними совсем грустно работать. Ну, во-первых, то же самое, все, что мы ослепили, цели мониторинга, я не представляю, как можно достигнуть. Мы даже не знаем, дал ли пациент согласие на включение в исследование. Ну, самое главное, что мы должны понять. И касательно безопасности. Помимо всего, эти порталы обычно располагаются, эти сервера не в Российской Федерации. Опять же, мы упираемся на 152-й ФЗ. Если бы все здорово заслепили, это практически равняется ИРК. Но если мы где-то что-то пропустили, то мы, получается, ну как выложили персональные данные непонятно куда и нарушили все, что могли нарушить. Наверное, не очень хорошо мы при этом поступим. Значит, папка на компьютере исследует. То есть, если мы туда, в эту же папку, положим документы не заслепленные, соответственно, на мой взгляд, все окей, монитор увидит все, что ему надо будет увидеть. Если мы это все заслепим, мы возвращаемся к тем же проблемам, о которых мы говорили немножко выше. Это выкладывать на компьютер, помещать это гораздо проще, потому что мы можем напрямую выкачивать это все из своих внутренних систем без промежуточных действий, таких как выкачать, там, сохранить у себя, распечатать, опять отсканировать. Но подобный вид мониторинговых визитов, он требует постоянное подключение компьютера к интернету, то есть кто-то должен сидеть и смотреть, чтобы компьютер там не заснул, чтобы была устойчивая связь, и иначе визит может так нечаянно прекратиться. Ну и касательно безопасности, мы все понимаем, что если у нас монитор просматривает это все на своем компьютере, это все где-то кэшируется, это удалять с этого, не удалять рядом, там, прописывать СОПами, что он там должен быть один в помещении, что никто не должен видеть, не присутствовать. Тут уже тоже есть регуляторные вопросы небольшие. Ну и последнее – это создание локального облачного пространства. То есть мы пошли просто по этому пути. Соответственно, с учетом того, что почему называется локальное, потому что эти серверы, они находятся локально в стационаре. Естественно, что во многих учреждениях, особенно в крупных, есть специальные IT-отделы, которые занимаются, как раз-таки отвечают за безопасность, так как на этих же серверах хранятся и персональные данные, а там достаточно жесткие требования. Вот. Экологичность, ну, наверное, действительно, если этот облачное пространство открыто круглосуточно монитору, он может вечером, может утром, когда угодно подсоединиться. Ну и касательно безопасности, тут у меня тоже большие вопросы, потому что, соответственно,
все это, опять же, кэшируется, все это можно отфотографировать с экрана. То есть при желании любые наши попытки сделать что-то хорошо могут быть достаточно небезопасными. Как работать дальше? Что делать дальше? Ну, это вопрос, то есть, которых нам всем придется решить. Спасибо большое, коллеги. Спасибо большое, Алина Сергеевна. Вы в очередной раз показали, что опыт у вас колоссальный. И у нас есть возможность задать юристам вопросы. Да, какой бы вы задали вопрос сами, как практикующий человек, который осторожно заметил вот это вот некие риски, да, их хождение по грани в каких-то определенных действиях, какие бы вопросы вы бы задали юристам? Знаете, даже сложно. Можно подумать. Это на будущее. Сейчас пока у нас еще будет пара сообщений, но в целом подумайте. Потому что у меня есть пара вопросов, которые я бы хотел задать, например, Станиславу Викторовичу, нашему руководителю юридической службы. Он в крайней степени компетентен во всех вопросах и в этих тоже. Поэтому у нас есть... Потому что меня, например, действительно до сих пор терзают смутные сомнения, как в одном фильме, да, говорится, что а почему, собственно говоря, это такая большая проблема? Ну, то есть, с одной стороны. Потом, когда начинаешь разговаривать, понимаешь, что действительно похоже, что это большая проблема. И вот где вот эта какая-то рациональная середина, очень сложно понять. Поэтому спасибо большое, Алина Сергеевна, за ваш опыт, за примеры. У нас еще есть один практикующий человек. Владимир Владимирович, вы на связи? Андрианов. Да. Здесь я, на проводе. Да, Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, да, у вас тоже учреждение, в большом учреждении, есть наверняка же различные интересные опыты. Поделитесь вкратце, пожалуйста. Да, Артем, спасибо за вчерашнее предложение сегодня поделиться нашим опытом. Ну, я скажу следующее, что, во-первых, я как директор департамента, конечно же, клинических исследований, конечно, так сказать, рутинными исследованиями не занимаюсь. Вот, поэтому за эти там, сутки, по крайней мере, я пообщался с нашими топ-рекрутерами, вот, которые работают как с ковидными трайлами, так и не с ковидными, вот, и попытался собрать отзывы с полей. Что было, что есть, и вообще как это выглядит, и как, каковы их мысли на эту тему. Вот. Могу сказать следующее, что мнение на самом деле... Они даже не разделились. Вот. Мнение исследователей наших совершенно однозначное, что, конечно, удаленный мониторинг – это то еще развлечение. Вот. Причем в разных компаниях, как это сказать, исповедуются разные методы этого развлечения. Сталкивались мы с тем, что выгружали на некие облачные хранилища компании, заслепленные РК, ну, заслепленную первичку. В некоторых случаях проводился, ну, как сказать, что-то типа телефонного SDV, то, что вот Алина Сергеевна упомянула по видеосвязи, у нас было не по видеосвязи, а просто по телефону, вот, когда сравнивались цифры. Мне сложно сказать, насколько это было сделано правильно, но компанию, видимо, устроило. С другой стороны, могу сказать, что вот, например, в первую волну, когда она была, многие визиты были действительно либо отменены, либо сдвинуты на постковидное время. И, конечно, когда ограничения сняли, у нас тут случился небольшой аврал. Вот, когда мониторы поехали в массово к нам в университет проверять все, что можно, и все, что не можно тоже. Ну, собственно говоря, куда деваться? И, честно говоря, вот мы 1 числа снова ушли на ковид, 1 октября, и то, что не успели вынести из красных зон, так в них и осталось. И там часть исследований недопроверенная, видимо, будет лежать и ждать лучших времен. С одной стороны. С другой стороны, у университета, конечно же, есть возможность рассадить мониторов так, чтобы они были очень далеко от красных зон. Как бы наши площади это позволяют сделать. Вот. Никакие тесты на ПЦР и тому подобные вещи мы не практиковали. У нас максимум измеряется температура на входе, ну и масочный режим. Вот. Что еще сказать?
Конечно, увеличилась нагрузка. Увеличилась нагрузка на наших соисследователей, потому что эти данные, даже если их передавать через там, специальные порталы, разновидности которых так хорошо Алина Сергеевна упомянула, то ну, всем очевидно, что это увеличивается нагрузка на заслепление. Причем, как мне тут один главный исследователь пожаловался, что нагрузка-то увеличивается, а гранты не меняются. Вот такой тоже небольшой момент. Ну, все понимают, но как бы такое небольшое бурчание, оно, конечно, присутствует. Вот. Естественно, мы стараемся сейчас проводить, как я уже сказал, поскольку площади и технические возможности позволяют, проводить все-таки он-сайт. И мониторинговые визиты он-сайт, и аудит он-сайт. Вот у нас был буквально на прошлой неделе аудит. То есть, ну, в принципе, мы можем себе это позволить, я так скажу. По поводу урежения частоты визитов... А, нет, вот что, центральный монитор. Мы тут еще тоже столкнулись. Некоторые компании применяют такую практику, что есть монитор, который приезжает, и есть монитор, который, ну, назовем центральный монитор, который в ремоут-режиме сидит, работает. Так вот, от наших врачей замечание следующее. Эти два монитора друг друга категорически не знают. Вот, что делает правая рука и что делает левая, они неведомы, ни одной, ни другой. Вот, полный рассинхрон. Ну, я, конечно, это слышал от одного эмоционального исследователя, видимо, у нее накипело. Поэтому, если есть возможность, те компании, вот, с этим SD или еще кто нас слушает, если есть те компании, которые применяют вот такую систему с двумя мониторами, ну, пусть они с друг другом как-то пообщаются до визита. Вот, это было бы неплохо для всех. И как-то меньше эмоций, может быть, вызовет потом. Что касается урежения частоты визитов, Артем, я могу сказать следующее, что впервые с risk-based мониторингом в его нейминге адаптивный мониторинг я столкнулся 6 лет назад, работая в одной крупной фармкомпании иностранной. И, ну, на тот момент это было реализовано так себе. Вот. И как я вижу на сейчас, в общем, реализация далеко не уехала. Когда центральный монитор сидит, кстати, вообще не в Российской Федерации, делал отчеты, и на основании этих отчетов мы, как мониторы, были вынуждены, так сказать, ездить, с одной стороны, да, реже, с другой стороны, каждая такая поездка сопровождалась тем, что за это удлиненное время накапливался такой ворох проблем, что, в общем, приходилось на визите их только и разгребать, а не что-то еще делать. Но это из личного опыта, не более того. Вот, поэтому, наверное, это вот такой вот основной спич, который я успел подготовить за это небольшое время. Так что, если какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста. Ну что ж, идти по потоку, это наше все. Отлично, у вас все получилось за сутки. В следующий раз будем звать за час вас. Будем проверять, как это, боеспособность. Так, ну у нас время поджимает, надо двигаться дальше. У меня есть пару вопросов, но я, Владимир, задам вам только один. Да, я так понимаю, что ваше учреждение работает по одному контракту. Да. Уже 6 так лет. Вот, все же, да, я решил, так сказать, озвучить это голосом. Так и получается, что вот эти все трудозатраты ваших сотрудников, они, видимо, в какой-то момент начнут интересовать вас как работодателя, и вы начнете выдвигать какие-то условия к дополнительному соглашению. Правильно я понимаю? Ну, Артем, это как бы очень, наверное, перспективу. Вот. И, наверное, трудозатраты здесь возросли, но не настолько, чтобы менять систему. Вот, тем более все надеются, что все вернется на круги своя as soon as possible. Вот, поэтому, ну, не знаю даже, как еще более детально ответить. Не, ну вопрос-то совершенно простой. Алина Сергеевна у нас, если на связи, то, наверное, она тоже может поддержать, что в целом это нормальная практика, что сейчас и команды, и центры заключают доп. Соглашение на проведение удаленных визитов, ну так, удаленных или дистанционных, как угодно назови. Вот, и мне просто интересно, есть ли устоявшаяся уже какая-то определенная практика, и у кого такая практика есть, и можно ли этой практикой обменяться? Да. У вас такого опыта нету. Ага. Смотрите, коллеги, поскольку все контракты и договора проходят через департамент, то точно могу сказать, что подобных обращений не было. Не, вопросов-то с вашей стороны не возникало к заказчикам? Нет. Понял. Но, кстати, хорошая тема, мы можем задать. Коллеги, у меня есть опыт такой.
Алина Сергеевна, я думаю, что мы, может быть, если останется время, вернемся к этому. Да, потому что сохраним некую интригу. Вот, двинемся дальше. Почему? Потому что у нас Максим сказал, что он в 16 часов точно выходит. У него есть большое там мощное соединение с другим ЦУПом, да, в клинических исследованиях. Максим Бонимович, да, выходите на связь, расскажите про то, что вы подготовили очень такую интересную презентацию. Да, и моя обязанность как администратора, да, чтобы в 16 вас освободить. Спасибо. Да, спасибо большое. А видно ли мою презентацию? Вот вопрос. Что-нибудь вообще видно? Пока нет. Так. Пока подзагружается. Написано, что запустил демонстрацию экрана и серенький экран. Все, видно. Так, сейчас видно, хорошо. Коллеги, спасибо большое, что пригласили на такую важную, как я считаю, дискуссию относительно вообще вопроса удаленного мониторинга, предоставления первичной документации удаленного доступа из центра. Но я хочу рассказать несколько слов, постараюсь очень коротко, за 10 минут уложиться, об удаленном аудите. Вообще, что это такое? Не будем говорить, что это такое, просто краткий такой экскурс. Значит, я аудитами занимаюсь в колледже обеспечения качества с 2011 года. Последние 5 лет активно занимаюсь аудитами в разных странах мира. В основном это аудиты исследовательских центров. И могу сказать, в прошлом году у меня были месяца, когда там было 3-4 аудита, 4 нет, конечно, 3 он-сайт аудита, все было хорошо. И тут наступил март. И, скажем так, планировалось около 10 аудитов на ближайшие 4 месяца примерно. Все они отменились, естественно. Было это в разных странах. Начали сразу думать, что делать, как с этой ситуацией, особенно те, кто работает как независимый аудитор, и что делать дальше. Стали предлагать, продумывать возможности проведения удаленных аудитов центров. Предлагать спонсорам международным и российским в том числе проводить такой аудит удаленно, но сейчас я вам скажу, что есть определенные вопросы к проведению удаленного аудита центра. Да, без проблем, мы и раньше проводили до ковида, и сейчас активно после того, как пандемия началась, фактически каждый месяц проводим удаленные аудиты. Но в основном это CRO, это вендоры, это trial master file удаленный, да, то есть тот электронный trial master file, который можно посмотреть. Конечно, бумажный trial master file удаленно, это огромная нагрузка на контрактную сельскую организацию будет, если вы захотите провести это удаленно. Но в случае с электроном делать это легко и достаточно успешно можно. Что касается, вот как март начался, регулятор европейский выпустил свои рекомендации, все мы об этом знаем, и наш российский Минздрав тоже выпустил письмо о том, что делать в период пандемии. Но европейский регулятор также коснулся вопроса, что делать с аудитами. И аудитов следует избегать, и в случае, если проводить, то только с учетом местных организационных правил по социальному дистанцированию. Но он обозначил несколько вариантов, когда все же возможно проведение дистанционного даже аудита исследовательского центра. В случае, если это очень значимое исследование, в частности COVID-19, и других вариантов нет, вам все равно необходимо провести аудит, очно вы это сделать не сможете, то тогда вы можете попробовать сделать это дистанционно. Но, опять же, с начала пандемии по сегодняшний день ни один спонсор, с которым мы работаем, и я ни разу не слышал, может быть, у коллег есть другие примеры, не решился на проведение дистанционного аудита исследовательского центра. И все же стараются проводить, мы тоже 2 или 3 аудита провели за этот период, стараются все же как-то... Вот один аудит я должен был провести в июле, и каждый месяц центр то закрывается на карантин, то весь персонал заболевает ковидом, включая главного исследователя. И вот сейчас, вот ближайшая дата, на следующей неделе я должен туда ехать. Интересно, за эти 2 дня не изменится ли что-нибудь. То есть ситуация такая, достаточно сложно планировать аудит.
и фактически покупаешь билеты за неделю, или покупаешь билеты, где можно поменять дату. Каждый там за несколько дней приходится подтверждать, все же готовы ли нас принять или нет. Вот хочу обратить ваше внимание на такое исследование, которое провел RQA. Коллеги, знаете, что это такое. Это Research Quality Assurance Association, научная ассоциация специалистов в области обеспечения качества, британская, исходно британская, сейчас она считается международной. И они провели исследование, там больше 150 аудиторов туда вошло. Кто, у кого есть опыт аудитов, в июне это было сделано, у кого нет удаленного аудита. Из них видим, что у большинства все же есть опыт, ну, некой существенной части опыта проведения удаленного аудита нет. И в основном удаленные аудиты проводились, как это ни странно, в GCP, в нашей с вами сфере. Какой-то процент в GPVP и совсем небольшой процент в других отраслях. GLP, Мария, к вам тоже проводили. Но сами почему? Потому что провести удаленный аудит там, где вам нужно смотреть помещение, смотреть оборудование, в случае исследовательского центра смотреть первичную документацию, информированное согласие на месте, сделать крайне-крайне рискованно и крайне затруднительно. Здесь даются рекомендации, что целесообразно смотреть, какие виды аудита все же можно провести и где нет рисков. Еще пару минут вашего времени займу. Какие могут быть плюсы удаленного аудита? Ну, часть из них уже коллеги сказали, так же, как и с удаленным мониторингом. Они здесь представлены. Это, конечно, снижает и бюджет, уменьшает необходимость поездок. Можно подключать к удаленному аудиту, если раньше вам достаточно сложно было там объединить, например, обсервационный аудит, учить каких-то других аудиторов, или приглашать экспертов в этой сфере к аудиту. Вот удаленный аудит такие возможности вам предоставляет. Рисков на самом деле очень много. Но опять же, в зависимости от типа аудита, рисков будет еще больше. Ну, здесь представлены основные риски, которые я выделил, и которые мы уже столкнулись. Некоторые риски стали реальными проблемами. Очень сложно в удаленном аудите установить body language с аудируемой стороной, поэтому целесообразно видео, например, использовать. В доступ к документам, ну, в случае первичной документации, у меня большой вопрос, какой первичной документации мы получим доступ на этом портале. Это не будет ни заверенная копия, ни оригинал. То есть в любом случае мы не сможем посмотреть, что реально есть в центре по конкретным пациентам. Мы не сможем посмотреть и проверить информированное согласие. То есть полностью весь объем аудита мы обеспечить не сможем. И даже если это будет какое-то видео, мы не сможем посмотреть, опять же, не предоставит всех возможностей. Поэтому рисков достаточно много. Важно готовиться очень тщательно к аудитам удаленным. Но, хочу подытожить. Удаленный аудит из сельского центра только в крайних случаях представляется возможным. Удаленный аудит целесообразно проводить там, где, скажем так, не так значительно, где можно посмотреть документы удаленно, где можно провести интервью. Но не так важно смотреть помещение, оборудование, не так важно смотреть первичную документацию, информированное согласие. Тогда да. То есть каждый спонсор должен это учитывать. Коллеги, я на самом деле не буду больше задерживать ваше внимание, ваше время. Если какие-то вопросы, я готов сейчас ответить. У меня, в принципе, еще 3 минуты есть. Так, у меня есть несколько вопросов, я поэтому пока есть время. Все-таки аудит и мониторинговый визит в этом случае, если дистанционный, почти одно и то же же, да, получается? Ну, методология будет, естественно, нет, методология аудита и мониторинга, она, конечно, отличается, но вы получите доступ к той же самой папке, которая получает доступ монитор, обмен информацией. Ну, то есть, правильно я понимаю, вот у нас там есть какая-то подготовка к дистанционному аудиту, да, там, как обычно, там монитор запрашивает тоже какой-то там доступ к этим документам, он все это проверил, и у нас конкретно там выложено 20 документов, и именно эти 20 документов будет смотреть товарищ аудитор. Примерно так, да, это выглядит? Товарищ аудитор, даже не если мы отбросим удаленно, неудаленно, в любом случае будет смотреть
будет следовать самому плану аудита. И он будет отбирать там, пациентов, которые он должен посмотреть. По этим пациентам он может не всегда посмотреть весь объем. Он может понять, как вообще, как строился процесс, как собирались данные. То есть правильно я понимаю, что в преддверии аудита исследовательский центр берет всю вообще доступную первичную документацию, выгружает ее в какое-то там, не знаю, облако, например, да, и вся эта документация там вывалена, лежит, и аудитор просто выбирает там то или другое, так? Это же... В идеале, если мы уже проводим этот удаленный аудит, да, потому что аудитор должен удостовериться, что по всем пациентам ведется вся первичная документация, и вся первичная, у него есть доступ ко всей первичной документации в вот конкретном центре. Поэтому вся документация должна быть доступна. Он делает выборочную какую-то проверку. Все-таки, если вот вы говорите, что я правильно понимаю, что у нас есть два типа рисков, да, при проведении аудитов такого порядка. Это качество аудитов и такое сомнительное, как я понимаю, правовое поле проведения таких аудитов, потому что, ну, собственно говоря, мы обсудили вот этот правовые чувствительные моменты. Если в качестве, на сколько процентов, как вам кажется, дистанционные визиты хуже? Ну, мы фантазируем, я понимаю, что это не математическая формула какая-то, но в целом там в 2 раза или на 10%? Очень сложно такие проценты установить, потому что мониторинг все же может закончиться очным визитом. И вы, по крайней мере, можете приехать в центр, посмотреть документацию, да, там, как она, все ли было доступно для проверки. В случае аудита вы провели 2 дня, у вас все, дальше вы уже не... у вас ограниченность во времени. На мой взгляд, это может существенно снизить качество, потому что... плюс это увеличит затраты, трудозатраты исследовательского центра. Всю первичную документацию нужно отсканировать, положить вот тут в папку обмена информацией, сами подумайте. Ну что, спасибо большое, Максим. Тогда отпускаем вас, так сказать, на следующую телеконференцию, да, там. Да, спасибо, Артем. Да, спасибо, да, спасибо за опыт, за возможность. У нас есть несколько вопросов со стороны зрителей. Например, есть опытный исследователь, который пишет, что он не верит в то, что спонсор иностранный согласится размещать хоть какие-то данные на отечественном сервере, например. Есть такое мнение. Ну, то есть, например, да, то, что можно выгрузить в отечественное облако для международного спонсора там какую-то заслепленную или незаслепленную первичную документацию. Он сомневается. Не знаю, вот у нас есть представитель компании MSD, может быть, скажут, насколько для них это критично выкладывать информацию. Вот потом есть такое мнение, что а как вообще реально обеспечить доступ к облаку больницы? Потому что это тоже нереально абсолютно. IT-служба скажет, что вы сошли с ума. Я это знаю точно, мне так говорили. Вот. И потом еще есть замечание по поводу, вот Владимир нам, Владимирович, говорил о том, что центральный монитор и приезжающий монитор, они в дисконнекте работают. Это, между прочим, очень опытный сотрудник нам говорит, что жалуйте спонсору, это нарушение процедуры. Так, ну что, у нас, в общем-то, та самая, как это, точка кипения наступила, да, когда мы можем в течение 5 оставшихся минут там задать друг другу вопросы и задать, главное, нашим юристам вопросы. Я читаю просто еще вопрос. Так, вопросы, коллеги. Кто у нас на связи? Если нет, я тогда задам. Станислав Викторович, мы с вами не первый год вместе работаем. И вас всегда мне очень восхищает холодный, трезвый подход. И как это, вы можете развить любые детские фантазии, да, а мрамор, так сказать, нормативных актов. Расскажите, в чем мы можем ошибаться? И чего мы не понимаем, вот, так сказать, преследуя какие-то задачи, ну, важные для пациентов, для организаторов клинических исследований, но забываем с точки зрения нормативных требований. Здравствуйте, коллеги. Для меня такой формат выступления, это, как сказать, мой первый опыт, поэтому прошу не судить меня строго. Значит, хотелось бы вкратце обозначить, описать, да, мое видение этой проблемы вот по тому вопросу, который был задан Артемом Николаевичем и который, в общем-то, сегодня здесь обсуждается. Если я правильно понимаю, то идеальная модель, которая видится вот участникам нашего сегодняшнего мероприятия, да, это вот создание системы взаимодействия, при которой бы
абсолютно безопасно происходило в эпидемиологическом, в техническом и в юридическом плане, да, контроль деятельности исследовательских центров. То есть без непосредственного контакта людей. Вот с моей точки зрения, на сегодняшний день, сегодняшнее состояние нормативной базы, да, действующей на территории Российской Федерации, оно не позволяет это сделать абсолютно безрисково. И вот почему. Вот проблема, да, эта, она имеет, ну, как минимум два аспекта. Первый из них — это даже можно сказать не проблема, а задача, да, это обеспечение легальности обработки персональных данных. Значит, решается она достаточно, ну, в каком-то смысле просто, да, потому что есть возможность получить согласие. Согласие может быть очень широким, оно может быть подробным, да, человек может разрешить оператору персональных данных совершать очень многие действия. Это как бы дело техники, если так можно выразиться, получить такое, составить и получить такое согласие. А второй аспект — это, в общем-то, то, что не стоит забывать, что участник клинических исследований, он прежде всего пациент. И то есть все требования законодательства об основах охраны здоровья граждан распространяются на этого человека, да, и они прежде всего распространяются. Он уже сначала пациент, а потом уже участник. И из этого вытекает вот проблема, да, которая мне видится. Сведения об этом пациенте, как прекрасно известно, да, это составляют врачебную тайну. И врачебная тайна – это особая категория данных, да, это охраняемые законом сведения. То есть даже если пациент дает нам возможность обрабатывать свои персональные данные, включая те сведения, которые составляют врачебные данные, это не освобождает медицинскую организацию от обязанности обеспечить наивысший уровень безопасности, да, этой данных, в том числе и передачи. И вот здесь вот Мария Анатольевна обозначила, мне кажется, одна из сутевых вещей вот нашего сегодняшнего мероприятия, да, это проблема верификации. То есть для того, чтобы нам верифицировать данные, нам нужно, по-простому говоря, предоставить доступ к первичным данным. То есть к истории болезни пациента там, в электронном виде или на бумажном носителе. Да, но мы в данном случае говорим именно в электронном виде. То есть нужно, иными словами, медицинской организации предоставить мониторам доступ к своей медицинской системе только при таких условиях, медицинской информационной системе, только при таких условиях будет 100% верификация. Ну, если эта система, разумеется, в организации создана. То есть только когда монитор сможет получить доступ к медицинской документации пациента первичной, только тогда будет 100% верификация данных. Он посмотрит электронные медицинские документы пациента и будет знать, что там происходило, все для него будет очевидно. Но медицинская организация на сегодняшний день не может обеспечить такой доступ, а соответственно проблема с верификацией, она пока не имеет простого решения. Если мы, вот как один из докладчиков предлагал, да, будем делать некие такие квазимедицинские системы, какие-то сервисы, облачные хранилища, в которых будут заслепленные данные находиться, то мы не обеспечим должный уровень безопасности, потому что эти даже заслепленные данные, они дают возможность все-таки идентифицировать пациента. Один случай на миллион, но это произойдет, потому что если кто-то знаком с западным подходом, то там абсолютно любые данные, которые дают возможность идентифицировать пациента, пускай посредством ряда манипуляций, они считаются персональными данными, и, соответственно, их обработка регулируется, да, законодательством. Вот. Даже когда мы заслепляем, мы не знаем, до какой степени нужно заслепить, чтобы не нанести вред пациенту. Да? То есть, и как бы, если мы скопируем некие выморанные там истории болезни и помещаем их в какой-то облачный сервис, то мы не можем гарантировать, что какой-то хакер, да, не проникнет в этот облачный сервер, да, пользуясь оплошностью кого-то из операторов, да, и не нанесет ущерб, да, как, интересам как учреждения, так и пациента. Вот. Это немного сумбурное, да, такое, но изложение вот моего видения этой проблемы, да, и что получается в этой ситуации, да, то есть с одной стороны квазимедицинские системы, да, и информационные системы, они не дают должного уровня безопасности
это А, и Б, это то, что они не дают должного уровня верификации данных. С другой стороны, доступ к медицинской системе, медицинской организации на сегодняшний день легально невозможен. Да? И это как бы следует, ну вот, к примеру, да, из статьи 91 федерального закона 323 ФЗ, да, об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, да, в котором определен закрытый перечень информационных систем в сфере здравоохранения. И, к сожалению, в составе этих систем не предусмотрены, да, какие-либо системы заказчиков клинических исследований. Да? То есть медицинская организация не может предоставить доступ к своей медицинской информационной системе мониторам. Поэтому на сегодняшний день удаленно, ну вот эти вот способы, да, которые здесь предлагались, они, может быть, в чем-то креативны, они, как бы, наверное, компромиссны, но они не дают возможности верифицировать данные, да, повторюсь, это ключевой момент. Поэтому, ну, как вариант, один вариант допустимый, да, это действительно использовать, ну, вот как бы такой компромиссный вариант, это действительно некие заслепленные данные в неких облачных сервисах или иных сервисах, да, размещать, чтобы при соблюдении определенных условий мониторы могли их изучать. А второй вариант, это, ну, я не знаю, может быть, это в каком-то смысле прожектерство, да, выходить с инициативами на уровень тех, кто может влиять на нормативно-правовую базу Российской Федерации, да, для того, чтобы вносить соответствующие изменения, да, и предоставить возможность ряду организаций, в том числе и мониторам клинических исследований, заказчикам, да, иметь при каких-то условиях, да, при соблюдении каких-то ограничений доступ к этой первичной документации. Вот до тех пор, пока у мониторов не получится, ну, не будет легального права, да, как бы прописанного в нормативных актах, иметь доступ к медицинской информационной системе удаленной, проблема удаленного мониторинга, с моей точки зрения, она не может быть до конца решена. Ну вот, не знаю, насколько я был краток и насколько понятны мои тезисы, да, ну вот как бы могу сказать так, да, на сегодняшний день. Станислав Давидович, это очень, очень понятно все и четко, и ясно. Спасибо большое. С учетом того, что действительно это мы первый раз, мы со Станиславом очень много работаем в кабинетном формате, да, всегда находит время для того, чтобы объяснить все тонкости, и здорово, что сегодня юристы вышли из кабинета и готовы с нами сегодня говорить и прям в диалоге. У нас есть еще один юрист, не знаю, готов ли он с нами пообщаться, сказать свою точку зрения. Ирин, выскажитесь или... Ирина. Добрый вечер, еще раз, да. Коллеги, с кем я не поздоровалась, и кто присоединился позже. Меня зовут Ирина Рыжкова, я заместитель директора по правовым вопросам компании Global Clinical Trials. У меня, собственно, была тоже суточная готовность, и спасибо большое Артему за приглашение поучаствовать в этом вебинаре. Что хочу сказать? У меня, скорее, будет просто, наверное, какое-то, ну, скажем, мое мнение на этот вопрос, потому что, скажем, за эти сутки я только смогла только начать думать. В общем, этот вопрос, он на самом деле является актуальным и требует дальнейшего изучения и обсуждения. С точки зрения права в социуме всегда сначала появляется явление, а потом уже за ним подтягивается регулирование. И вот хочу заметить, что мы сейчас живем в довольно интересный момент, когда вот уже случилась пандемия, да, и нам нужно как-то подтянуть к реалиям имеющие законодательство. И здесь я соглашусь со Станиславом, с юристом НИИ Петрова, что достаточно сложно это сделать, потому что законодательство, естественно, не готова к такому новому явлению, которое у нас появилось. И спасибо большое коллегам за то, что этот вопрос начали обсуждать. Хочу поделиться нашим опытом. В марте месяце у нас назревали мониторинговые визиты, которые проводились в начале апреля, то есть это вот, ну, самое-самое оно было. Что мы сделали? Первое, что мы смогли сделать, это спросили одобрение у спонсора, согласны ли они на то, чтобы визит был проведен удаленно, и со спонсором обсуждали
вот, технологию, методологию проведения такого визита. Мы использовали облачную технологию, но, конечно, сервер, он, это был использован сервер непосредственно CRO, использовали заслепление данных, и с точки зрения юридической, когда мы слепим персональные данные, главное, чтобы они в сочетании не давали нам идентификацию определенного человека. То есть вот то, что озвучила Алина Сергеевна, дата рождения, да, она может быть оставлена, не заслеплена, хотя бы так мы сможем ориентироваться, чтобы не утерять, ну, не переслепить эти данные. Что остается здесь открытым? Остается открытым вопрос безопасности. Но как из этого мы выходили? Мы спрашивали у спонсора, то есть спонсор принимал конечное решение, принимает ли он риск на себя. И, ну, в смысле не на себя, в смысле принимает ли он риск утечки, возможной утечки потенциальной данных. Но зато мы провели эти мониторинговые визиты, которые очень были нужны. И впоследствии мы проводили визиты в эти же центры он-сайт и перепроверяли еще раз данные. Соответственно, ошибки, они были исключены. И, собственно, визиты были проведены достаточно качественно. И что еще хочу сказать? Хочу еще поблагодарить докладчиков, Марию Анатольевну, за то, что она обратила внимание, вот то, что, про что я говорила, но все как-то к этому несерьезно относились. Действительно, это же должно быть все одобрено и этическими комитетами, и внесены данные в договор, потому что в договоре о проведении клинического исследования, договор с центром, мы пишем о том, что визиты будут проводиться, ну, в центре, что исследователь должен предоставить допуск к данным, что данные должны храниться в определенном помещении, и это все проверяется. Вот. И это, собственно, те вопросы, которые требуют, конечно, дальнейшего еще обсуждения и изучения. Вот. И еще спасибо большое Алине Анатольевне за то, что она обратила наше внимание, точнее, обратила внимание нас на то, что действительно это же дополнительные трудозатраты не только со стороны исследовательской команды CRO, но еще и исследовательской команды центра, потому что сюда требуется действительно... Ну, как бы сложнее, так как они, во-первых, врачи, а во-вторых, это дополнительная работа, затраты и работа с данными. Спасибо большое, Ирина. У нас как раз тут врачи уже дышат нам за стенкой, потому что в МИЦ онкологии Петрова, да, очень активно ведется работа с врачами, с исследователями, со всеми. Поэтому, коллеги, спасибо большое за участие. Да, я думаю, что тема, которую мы подняли... Еще секунду. Тема, которую мы подняли, она актуальна. Буквально, Максим, 2-3 слова, потому что нас прям, ну, действительно, тут да, организаторы просто... просят. Все, спасибо. Спасибо. Последние слова. Просто на самом деле про требования к информационным системам. Есть на самом деле требования, которые определены с нашей федеральной службы по... Как правильно сейчас вам скажу? По техническому экспертному контролю, называется ФСТЭК. Вот, в нем прописаны требования для информационных систем, которые обрабатывают персональные данные граждан Российской Федерации. Да, приказ номер 21 от 18 февраля 2014 года. В нем определены классы защищенности, в соответствии с которыми разрабатываются такие системы. Да, и вот те медицинские информационные системы, они там относятся к самому высшему классу. Вот, на самом деле там прописано по каждому пункту, да, что в этой информационной системе должно быть. Это один из первых документов, которые должны изучать компании, которые собираются собирать эти данные с помощью там облаков, каких-то там, как было на слайде Viva, с ДМ-365 мы тоже имели беседу на тему этого документа с их техническим директором, вот, на соблюдение. Потому что, на самом деле, регулирование есть, просто его нужно как бы изучить, потому что оно для нас не профильное, мы с ним мало сталкиваемся. Большое спасибо. Спасибо, все, выходим в офлайн обсуждение. Спасибо, коллеги. На связи будем спасибо. Вместе держаться. Пока-пока. Да, пока. До свидания. Да, до свидания. И до свидания.